Всем привет! Меня зовут Алексей Саватеев, и я пришел, чтобы рассказать вам, что такое бином Ньютона при n равно 3. Ну, действительно, при n равно 2, что там, это в школе учат, а плюс b в квадрате равно а квадрат, плюс b квадрат плюс 2ab. Ну, и это можно нарисовать на доске. А вот при n равно 3 речь уже идет о некоторой пространственной фигуре, а именно о кубе. Бином Ньютона при n равно 3 — это некоторое утверждение про куб. Ну, рассмотрим куб. Сейчас мы его повскрываем тут. Вот, куб. Видите, какой у нас куб? Сыр. Давайте с этим голландским сыром и поразвлекаемся. Итак, что такое бином Ньютона? Это утверждение про то, из каких слагаемых состоит выражение а плюс b в кубе. А что такое а плюс b в кубе? Это объем куба со стороной а плюс b. Вот, то есть должно быть, чтобы все вот эти были одинаковы. Ну, давайте попробуем считать, что вот это будет у нас а вот это будет b. То есть а будет маленьким, а b будет большим. Как тремя разрезами разрезать торт на 8 частей? Обычно очень сложно на этот вопрос, как бы обычной домохозяйке сложно отвечать, потому что они не могут себе представить, что торт надо резать вот так. Ну как это можно? Крем отделить, что ли, от этой самой, да? Поэтому эта задача, она как бы задача тест на математика. Математик, конечно, тремя разрезами раз, два и три разрежет торт на три части. Но нам нужно резать сыр. Итак, я примерно отступаю так, чтобы было А и Б, да? Вот у меня А. Мышцы пора качать. Плохо режется сыр. Так, пошел Б. Вот и Б уже разрезан. Угу. И С. Ну, что значит С? В. Третий разрез пошел. Ну, я, наверное, чуть-чуть схалявлю. Вот так сделаю. Итак. А плюс Б в кубе состоит из 8 слагаемых. Вот они здесь все. Это явно а в кубе. Кубик со стороной а. Это явно b в кубе. Кому-то повезет, кто-то съест b в кубе. Неплохо, да, за раз такой? b в кубе съесть. Это три одинаковые. Это квадратик со стороны а, а по длине это b. То есть это а в квадрате на b, и их 3. Поэтому это 3а квадрат b. Ну а эти... Тут квадрат явно у b, b на b, b квадрат. А толщина у них маленькая, это а, то есть это аб квадрат, и их 3 тоже. Итого, 3аб квадрат. Итак, получается у нас, что а плюс b в кубе, это а в кубе, плюс 3а квадрат b, плюс 3аб квадрат, натурально 3, да, плюс b в кубе. Вот, собственно, и все. Саватан, саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, саватан, помоги мне сдать матан. Саватан, саватан.